Так, ребята, дорогие мои любители блендера, вы как хотите, но я не могу с этой дыркой. То есть я все-таки просимулирую, сейчас сделаю вам такую секундочку, а потом поставлю сюда две капельки сварки, здесь сверху, ну, снизу я не буду делать, все-таки это не настоящее. Но симуляция должна быть. Итак, мы берем с вами сейчас куб. Выходим в позицию и начинаем уменьшать S. Примерно так, чтобы нам все видеть, мы сейчас... Ага, прям все увидели так сильно. Да. Ладно, придется делать на глаз. Хотя можно было бы, конечно, отключить кое-что. Ну да. Бог с ним. Итак, берем вот этот замечательный. Так, теперь мы его наоборот. О, секундочку. Надо же аккуратно с этим обходиться. Z. Так. И теперь увеличиваем. Сначала так. Дын-дын-дын. Вот. Теперь по оси X. Да. S по оси X. Так. Чудесно. И уменьшим. О, не ту кликнул. Вот эту. И уменьшим по Y. С Так, выводим на свет G, Y. Вот сюда. Смотрим. Это почти то, что нам нужно. Единственное, может быть, чуть-чуть еще поднять. Хотя, пускай будет видно, что это не стыковочки тут. Единственное, что мы сейчас сделаем сразу bevel здесь. Такой bevel нам не нужен. Такой хоккей нам не нужен. Еще раз убираем все его. Вот, теперь сразу становится на место. Так. И я бы такой хотел, чтобы он и тут присутствовал. Но так как у нас не симметрия, поэтому я его просто сейчас по оси Y протяну. Вот сюда и поставлю здесь. Все. Вот так я коробочку типа закрыл, но теперь это правильно. То есть мастер постарался. А здесь будут заклепки две и там. Хорошо, теперь надо потихоньку переходить к кабине. Так, я думать, как ее лучше сделать. Пока не знаю, буду думать. Что если мы просто сейчас возьмем тоже кубик? Дело в том, что он должен иметь незначительные, но в то же время ощутимые стенки. Для этого мы с вами поступим следующим образом. Поднимем это все дело по Z. Ну, ясно, куда оно такое. По ширине он может быть еще как-то, а по длине вообще никак. Так, опускаем. Ну и высоту, наверное, тоже надо. Хотя, возможно, по высоте он бы и подошел. Так. Подвинем. Я извиняюсь за задержки, но я думаю сразу же. Это же не туториал вам, и не урок, а шпаргалка. Чем моя, так что никаких возражений. Так, вот так сделаем. Угу. Потому что у меня тут родилась идея вот здесь еще сделать две таких подпорки и туда положить бочку типа. Угу.
Так, ну, чтобы у нас получался именно тот, который нам нужен, мы сейчас сделаем следующее. То есть мы пойдем в объект mode. Объект mode. Вернее, edit. Выделим эту штуку. Скажем нам и. И чуть-чуть вот такой тоненько, прям листовой сделаем, что такое вот так. И я. Так, это пол. Пускай так и будет. Вот, хорошо. А далее нам надо с вами прорезать два окошка. То есть вот здесь сделать окошко. Ну-ка, подождите. Тут интересная есть штука, оказывается. Я что-то ей не пользовался. Давайте попробуем. В объект вот перейдем. Вот это. То есть, вот я думаю, как-то вот, может быть, вот так. Так сделать. И здесь еще одно. Типа того. Да? Тогда было бы интересно, я думаю. Ну и здесь такой же, допустим, да, тоже. Так, тудун, туру, тутун. Так, и тут. Ну это уже мы. Как-то же она убирается, мне кажется. Я видел, что она убирается. Edit mode. Ладно. Тогда уберем ее так. Есть какое-то меню здесь должно быть высвечивалось. Вот, что можно эти каракульки убирать. Ну да ладно, мы теперь знаем. Возьмем сейчас болваночку. То есть куб обыкновенный. И сейчас мы его поднимем. Уменьшим сначала. Так. И поднимем. Где? Так, я думаю, что это все еще большое. Вот, типа вот так сделать. Так. И раздвинуть его. Естественно. По иксу. Вот так. Так, и попробовать ему сейчас сделать бевел до такой, который мне нужен. Вот. Так, хороший бевел. Представим себе, что оно, ну, может быть, чуть поменьше. Так, хорошо. То есть теперь мы идем в Fast Curve, выбираем себе объект вырезания и вырезаем. Так, вот, вырезали, отлично. Все видится хорошо нам. Так, единственное, что попробуем назад отыграть, да? И сейчас я сделаю копию. Давайте в точку зайдем, я сделаю копию. Может быть, нам пошире сделать ее. S по Y. Так, чуть-чуть пошире все-таки. И сдвинуть ее. G. Тоже по Y. Так. И здесь просто-напросто Shift D.
Двигаем ее по оси Y, чтобы не было смещения и смущения. И с S тоже по Y. Раз, 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 раз. Вот так, я думаю, будет интереснее гораздо. Мы можем это объединить, этих ребят. Вот так, админ, второй, сказать Ctrl Z. Хотя Bevel надо, Bevel, Bevel, он так не будет работать. С Bevel надо согласиться же. И здесь согласиться надо. Я раньше не понимал, ну, почему оно не объединяет. Я же нажимаю, нажимаю. Ctrl J. А оно не объединяется. Вот зато теперь. Прекрасно. Далее. Нам надо сделать то же самое и вот тут. Будет чудненько, ребят. Тоже начинает быть похоже на трактор. Так, я вот смотрю и думаю тоже. Как нам лучше сделать? Такое же сделать окошко? Наверное, такое же сделаем. Да. Только что немножко по-другому. Куб. Посмотрим отсюда. Да, 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 да. И теперь Z. Сегодня немножко здоровым чувствую, хотя время 10:30 вечера. Но я полон сил и энергии продолжать. Так, ну голос еще. Слышите? Хрипит. Итак, G. Тащим наверх. Так вот примерно и начинаем с ней воевать. Так, теперь по Z-у смотрим, насколько она соответствует. Поднимаем. Ну тут, вы знаете, такое соответствие может и не быть, потому что работа как бы ручная, не надо забывать про это. Но с другой стороны, хочется, чтобы все-таки было так, что аккуратный был мастер, аккуратный. Я не такой. Ну, я постараюсь. Так, S, Z. Вот так. Вот так примерно. Так, и теперь тоже применим Bevel. Несколько поменьше. Вот такое Bevel мы применим. Я не помню, сколько мы там делали. Ну, вот так. Так. И здесь тоже мы его сейчас дублируем. Да. Протянем на по Y. Но сделаем его гораздо поменьше. Вот это заднее окошко, оно, в общем-то, не нужно большое. Это лишние затраты, растраты народных средств. Растратчики были раньше. Народных средств были растратчики. Так, и чуть ее, может быть, сжать по иксу еще. Сейчас их называют олигархи, а раньше их просто сажали в тюрьму. Так, это я отвлекся. Да, вот это поднимаем. Вот так. И смотрим. Видите, эти гаечные ключи, незакрытая play. Гаечный ключ, незакрытая play. Теперь закрыт. Вот это. Ctrl J, они два. Отнимаем. Дифференс. Вот, получили такую кабинку. Сколько у нас по времени ушло? Сейчас посмотрим. Уже 14 минут. Ну, тогда крышу уже потом закончим. Крышу потом сделаем. Хотя вот это вот, я думаю, зря надо было все-таки покороче, не такую широкую делать. Давайте, пока время есть. Назад отыграем. Назад отыграем. Вот так. И здесь сожмем ее. А то слишком мотору некуда деваться. Вот в чем дело, ребята.
Вот так. И наверх. А то я про мотор забыл. Увлекся. Забыл про мотор. Сейчас повторим. Вот это и это у нас мы их соединили. И просто, так как у нас уже все было настроено на этот куб, просто вот так. Ну и чтобы это еще выглядело тоже прилично, давайте сделаем так. Мы возьмем сейчас, потратим немножко времени, ладно. Так, поднимаем. GZ. Так, подняли. Сдвинули куда нам надо. Так, для этого посмотрим сверху. Так, вообще хорошо, чтобы они отличались по цвету. Так, что-то хочется рандомно. Вот. А то прям черти что, ничего не видно. Хорошая программа Blender. Мне нравится. Двигаем. Да. По Y. Вот сюда. И смотрим, насколько это хорошо. Ну, я думаю, что это хорошо, в принципе. Мы можем, конечно, по оси X немножко раздвинуть. Так же, как и по оси Y. И сдвинуть ее тоже по Y вот сюда немного. Хорошо. А далее поступим просто с вами. Так, сверху, смотрим сверху, говорим Ctrl, переходим в объект редактирую, говорим Ctrl-R, E. Вот это выделяем и говорим Ctrl-R. Так, и говорим, нам надо две штуки. И нам надо как бы, нет, Ctrl-R. Я никак не вспомню, как нужно делать так, чтобы они разъезжались оба в нужные стороны. Это, а вот сейчас S. Нет, по оси X, если я скажу. А, вот так. Все вспомнил. Ось X. То есть вот так мы сделаем. Отлично. И немножко много по оси XS. Ну, теперь хорошо. Далее мы теперь берем вот этот и этот и загибаем их вниз. Смотрим со стороны 1. Так, и говорим, что нам надо двигать по Z. Вот так. Ну а что? Очень даже и ничего. Так, может быть так. Это лишнее все. Не многовато ли? Ну-ка назад. S по X. Так, вот я думаю, что вот так будет как раз. Вот теперь уже будем двигать. Вот. И утолщим, конечно же, это. Уберем все ее извращения. Так вот. Set. И скажем, солидный нам надо. Не забудем, что углы, от углов идти. И желательно все-таки вот в эту сторону. Вот так. Вот. Кабинка есть.
Отлично. Может быть, нам придется вот эту высоту немножко прибрать, слишком она большеватая. Ну да, посмотрим, да? Давайте посмотрим. Это уже в следующий раз, хорошо? Уже на следующий день.